На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наша тема. Татарстан скорбит. Нет деления на своих и чужих. Как жители республики разделили горе с кемеровчанами, расскажет Дмитрий Аренин. Большая работа предстоит малому и среднему бизнесу. Я пришел. Поддержите, помогите. Как собираются в республике помочь предпринимателям? Альбина Аслагараева. Не пройти, не проехать. Один заболел, не могли заехать. Почему жители села Миндюш Шатнецкого района оказались оторваны от цивилизации, узнал Сергей Хайдаров. Воздушные врата. В Казани был открыт новый аэровокзал. О жизни старого аэропорта и его нынешнем статусе расскажет Алина Бережная. Любимые игры не сыграют, игрушки не потрогают, родителей не обнимут. В день общенационального траура в Кемерово начались первые похороны детей, погибших при пожаре в торговом центре. Почтить их память россияне идут к импровизированным мемориалам. К ним присоединились и татарстанцы. Молча, со слезами на глазах. Как горе кемеровчан объединило людей, расскажет Дмитрий Аренин. Не могу прям. Нет. Казанцы второй день несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу в Ленинском садике и зажигают здесь свечи. Нет деления на своих и чужих. Я тоже такой же маленький. И я представить себе не могу горе этих родителей, которые это испытали. Вот вырастить детей, да, а потом в один момент нет ребенка. Беда не только их города. Это беда всей страны в целом, наверное, всего мира. К мемориалу сегодня пришли духовные лидеры разных конфессий. Они возложили цветы и помолились. Вечная память. Вечная память. Это общая наша беда, и это является для нас всех примером. Чтобы мы дорожили, чтобы обращали внимание на наших детей, на наших близких. Хочу и выразить наши чувства, те, которые пострадали, и пожелать, что в стране просто люди могли идти, отдохнуть спокойно, что дети могли отдыхать, и родители могли гулять по магазинам, и при этом быть спокойно, что все будет нормально. Общество должно переосмыслить, что происходит. А что происходит? Посмотрите. Кругом только и строим торговые и развлекательные центры. Доторгуемся и доразвлекаемся. Вот у нас пожинаем плоды. Вроде бы и делать у нас нечего. Как только торговля и развлекаловка, хлеба и зрелищ. Но помните, что случилось с Великой Империей, которая хлеба и зрелищ пропала. Цветы к мемориалу сегодня возложили депутаты Госсовета. Траурные мероприятия по всему Татарстану. Нижнекамский мемориальный постамент еще вчера умещался на двух столах, а сегодня занимает площадь более 10 метров. Переживают за своих детей. Я даже не знаю, что и как дальше. Вот. Очень жалко детей, взрослых. Жалко. Очень вообще. Все, кто погиб. Просто заживо сгореть. Это не дай бог никому. Центральная площадь Альметьевска тоже в цветах и игрушках. Тяжело очень. Столько детей погибло. Слов нет. Все скорбят. Это вообще такая поддержка. Вот по телевизору даже смотришь, это столько народу. Это сплоченные люди уж все равно. Почти во всех храмах республики поминальные молитвы, посвященные памяти погибших. В учреждениях мероприятия начинаются с минуты молчания, а на зданиях приспущены государственные флаги. Отменены развлекательные мероприятия, а на телеканалах нет рекламы. Накануне тысячи казанцев собрались на улице Баумана. Без слов почтить память всех погибших. Дмитрий Аренин, Марат Зайдулин, Фуат Гасим, Булат Шафигулин, ТНВ. И в эти минуты к часам на улице Баумана казанцы несут цветы, свечи, игрушки. Несколько минут назад пустили в небо белые шары, как символ оборванных детских жизней. Сейчас в центре города находится наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сергей, здравствуй. В это время вчера здесь были тысячи горожан. Что сегодня?
Да, здравствуйте, Алексей. Что ж, действительно, прямо сейчас я нахожусь на улице Баумана, которая уже собрала сотни татарстанцев, сотни небезразличных людей, которые нашли в себе силы прийти сюда сегодня и почтить память погибших в ужасной катастрофе, в ужасной трагедии, которая произошла в городе Кемерово. Люди приносят сюда сегодня с собой свечи, они приносят цветы, воздушные шары, которые запускают в небо, ну и, конечно же, они приносят сюда... Они приносят сюда различные предметы. Самый главный из них – это мягкие игрушки. Я напомню, что трагедия унесла жизни 64 человек, и 41 из них были именно дети. Давайте прямо сейчас послушаем, что же нам сказали люди, которые пришли на сегодняшнюю акцию. Это горе для всего нашего города, для всей нашей страны. Я отец двух детей. Как бы, ну, мы не могли пройти мимо этого. Тяжело. Что здесь скажешь? Такая трагедия. Как представляешь, как родителям? Реально тяжело. Представьте, вырастили человека. Нету слов у меня, я не знаю. Ну, единственное, боль и слезы за родителей. Что конечно, это очень ну, тяжело как... терять детей. Да, хочу сказать, что... К сегодняшней акции присоединились татарстанские автолюбители. Ровно в 19.00 все они единовременно запустили звуковые сигналы в своих автомобилях. И прямо сейчас у нас есть возможность посмотреть и услышать, как это было. Что ж, сегодня во всей России объявлен общенациональный траур. По всей стране приспущены флаги. И хочется сказать, что вот это мероприятие, и сегодняшняя акция, она станет далеко не последней. Люди продолжат собираться, и все ради того, чтобы донести самые главные слова. Кемерово, мы с тобой. На этом у меня все. Алексей, я передаю слово вам. Спасибо, Сергей. Это было прямое включение с центральной улицы города, где организован импровизированный мемориал. Мы продолжим. Трагедия в Кемерово стала катализатором массовых проверок торговых комплексов. В списке, истребованном прокуратурой УМЧС Татарстана, 260 объектов. Это места массового пребывания людей, развлекательные детские центры. Таковых в Казани 40, в Челнах 30. Мэр Автограда Наиль Магдеев присоединился к проверяющим и прошел по эвакуационному маршруту. Что его остановило, расскажет Радик Фархулин. Показать потребовали все. Путь эвакуации, в случае что в торговом квартале. По маршруту мэр открывал все двери, а где не смог, поручение снять с них все ручные замки и заменить их либо на обыкновенную щеколду, либо на шпингалет. Система пожарной безопасности в комплексе функционирует, она в рабочем состоянии. Мы провели сегодня тренировку, испытания. Будем проводить завтра испытания уже с подключением насосов. И послезавтра у нас будет тренировка по эвакуации сотрудников-арендаторов и посетителей. Выдержит ли тренировку ТЦ «Омега»? Большой вопрос. Сплошь и рядом нарушения. Нерабочая оказалась система противопожарной безопасности. А до одного из эвакуационных выходов мэр так и не добрался. На его пути – магазин. План эвакуации вы делали по проекту, правильно? Согласно проекту, там не должно быть магазин, должен быть эвакуационный выход. Поэтому, придя в ТЦ «Санрайз-Сити», Наиль Магдиев сразу оценил противопожарную безопасность детского развлекательного центра. Здесь три эвакуационных выхода. Все они были либо открыты, либо рядом находились ключи от замков. У нас каждый квартал проводится учебная эвакуация среди сотрудников, как внутри коллектива, так и проводим еще и с детьми. Предпоследняя была это в пятницу, буквально накануне каникулярного периода. Сработает ли это все в случае ЧП? Служба безопасности «Ситимолл» в этом не сомневается. У них установлена система противопожарной безопасности «Стрелец». Реагирует на любую опасность. Больше всего бывает по проблемам по зонам кафе, там, где идет приготовление пищи. То кипяток она оставила, кастрюлю открыла, пошел, она сработала сразу. То есть срабатывает сразу автоматически. Несмотря на разность, рекомендация для всех одна. Еще раз обучить персонал, провести тренировки по эвакуации и привести в порядок средства пожаротушения, а двери держать открытыми. Я думаю, что сделают самые серьезные выводы в ближайшее время. Наведут у себя образцовый порядок. Не абы какой, образцовый порядок нужен в таких вещах. Наведут ли порядок после проверки Наиля Магдеева, станет известно уже через неделю. Тогда мэр еще раз навестит хозяйство торговых центров.
Радик Фархулин, Светлана Звонарева, Константин Величко, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны. Виртуальный народный контроль начался в соцсетях. Татарстанцы активно присоединяются к акции «Заперто». Под таким хэштегом пользователи со всей страны выкладывают фотографии различных объектов, где замурованы аварийные выходы, заперты запасные пути, завалены эвакуационные двери. За сутки почти 1000 фотосообщений. Данные о выявленных нарушениях передадут в прокуратуру. К другим темам. Налоги, проверки, высокая арендная плата и тарифы. Вот основные проблемы, которые сегодня мешают развитию малого и среднего бизнеса в республике. Сегодня доля предпринимателей в стране почти 25%. Задача от Владимира Путина – довести эту цифру до 40% к 2025 году. Как это сделать вместе, сегодня думали бизнес и власть на парламентских слушаниях. Альбина Салгараева подробнее. Основной документ, с которым сегодня работали, это закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан. Он был принят 8 лет назад, и абсолютно очевидно, что он сегодня устарел и требует изменений. Конкретное предложение для внесения изменений предлагают сами предприниматели. Чингиз Гизатов, начинающий бизнесмен, собрал свои средства, привлек инвестора и решил организовать компанию по производству мебели по европейским стандартам. В этот момент его мечты ударились об российскую действительность. Я очень удивился, потому что у нас на каждом углу везде поддержка предпринимателей, все так здорово. Вот я по факту, вот я пришел, поддержите, помогите, извините, у нас ничего нет. Чингиз Гизатов просит арендных каникул. Как раз высокая арендная плата – одна из проблем, которая волнует бизнес. А еще высокие тарифы, постоянные проверки и налоги. Как сообщили сегодня, резервы для решения проблем есть. Естественно, это налогообложение, которое всех касается. Все 100% предпринимателей платят те или иные виды налогов, их налогоплатежи. Вот в этой области большие резервы. Большие резервы скрытой, теневой или как угодно по-другому можно назвать экономики. О своих заботах сообщает и бизнес на селе. Сегодня в республике 450 тысяч личных пособных и 5 тысяч фермерских хозяйств. В прошлом году они произвели половину валовой сельхозпродукции республики на более чем 130 миллиардов рублей. Производить фермеры научились, а вот продавать нет. Для этого нужно объединиться. Фермерам и личным пособным хозяйствам придется научиться. Придется объединяться в сельскохозяйственно-потребительские кооперативы. Такие кооперативы у нас в республике уже на сегодняшний день созданы больше 200. Мы за счет грантов их еще поддерживаем. У каждого предпринимателя свои проблемы, и общие механизмы и программы зачастую не подходят. А потому в новом законе нужно предусмотреть индивидуальный подход к каждому. Процесс пошел. Итоги обсуждения на парламентских слушаниях будут переданы Кабинету министров республики. Альбина Слагараева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Минфин России протягивает руку помощи малому и среднему бизнесу. Свобода от отчетности, от лишней бюрократии, а налоги онлайн. Как этого ждут татарстанские бизнесмены и какие предложения уже есть, расскажет Анна Городнова. Как дела с отчетом за 2017 год, Усен? В принципе, все готово. Декларации, счета, приказы, договоры, бумажные волокиты много, признает Ильнас Набиуллин. Он владелец франчайзинговой компании по продаже мужской и женской бижутерии и парикмахерских услуг. Под его началом трудится 70 человек, и по каждому нужно отчитываться. Предприниматели не хотят начинать свое дело, потому что боятся каких-либо там вот этих налоговых там начислений, что надо будет сдавать какие-то документы, отчеты. Они боятся всех этих отчетов, поэтому туда не идут. То есть упрощение этой всей системы позволяет как бы делать вход предпринимателям намного проще, поэтому в целом будет больше предпринимателей. Больше предпринимателей, значит, и экономический климат в стране лучше. Избавить малый бизнес от отчетности в своем послании Федеральному собранию озвучивал Владимир Путин. Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют такие цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчетности. Сделать для них уплату налога простой транзакцией, проходящий в автоматическом режиме. Предпринимателям, которые используют контрольно-кассовую технику, нужно упростить налоговую отчетность. К примеру, платить налоги через мобильное приложение. Для этого внедрим новый специальный режим налогообложения, позволяющий с использованием мобильного приложения автоматически начислять налоги и уплачивать их онлайн с нулевыми издержками для налогоплательщика. Отчетность в любом случае не исчезнет, считают торгово-промышленной палате республики, ведь контролировать бизнес тоже нужно. Просто форма будет другая. Например, межведомственное общение на основе базы налоговой службы. Здесь какая-то форма одного окна. Да, то есть вот все равно финансирование по какому-то там предприятию или там малому микробизнесу, да, проходит, это все видно. Соответственно, вот какая-то сумма пришла, налоги сразу же отчислились и так далее. То есть, возможно, это будет в полуавтоматическом режиме. Как и когда конкретно начнут избавлять от бумажной карусели предпринимателей – вопрос времени. Анна Городнова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее.
Не пройти, не проехать. Один заболел, не могли заехать. Почему жители села Миндюш Шакинского района оказались оторваны от цивилизации, узнал Сергей Хайдаров. Воздушные врата. В Казани был открыт новый аэровокзал. О жизни старого аэропорта и его нынешнем статусе расскажет Алина Бережная. Опыт Татарстана можно успешно применять в Европе. Так о работе местных властей в республике сегодня в Страсбурге рассказывал Фарид Мухаметшин. Глава парламента республики находится на сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Обсуждают работу правозащитников в муниципалитетах и регионах. Фарид Мухаметшин отметил, что власть на местах и в шаговой доступности – это особенность Татарстана. По трассе без водителей татарстанские детали в машинах будущего. Сегодня в Казани открылся международный форум автомобилестроения. Автопроизводители из СНГ, Европы и более 100 компаний из Поднебесной сообща думали о том, каким станет автопром в недалеком будущем. Свое место на стендах заняли елабужские аккумуляторы, нижнекамские шины и камазовские двигатели. Что поразило, очень много комплектующих, которые используются при производстве нашей грузовой и пассажирской техники. Вот. Стоит посмотреть, пощупать, так сказать, как бы и применить при производстве. Люди, отрезанные от цивилизации, со своей проблемой в нашу редакцию обратились жители села Миндюш Атнинского района. Здесь нет дороги. Чтобы попасть к ним, нашей группе пришлось пробираться пешком несколько километров по сугробам. Почему людей не слышат? Попытался узнать Сергей Хайдаров. И так каждый день по несколько километров. Для Фахиры Апы это не обычная прогулка, а необходимость. В селе нет магазина. Из-за отсутствия дороги автолавка не может заехать. Ходим, куда денешься, нужда ведет. Продукты закончились, пошла вот в магазин за хлебом. Пакеты тяжело одной носить. А весной, когда снег растает, здесь вообще не пройти. Это следы от сани, которые мы возим молоко в соседнюю деревню. Лошадь, запряженная в сани, здесь единственный транспорт. На все село 30 коров. Животных крестьяне продают в соседней деревне. Ежедневно вывозить молоко не получается. Нет дороги. Когда работала ферма, людям была работа. Здесь вот люди стоят, они сейчас без работы. До пенсии вот 4 года. Муж, я вот без работы сидим. Ни магазина, ни ДК. В школу детям приходится идти 3 километра в соседнюю деревню. 6 часов их бужу, 7:30 мы уже в соседнюю деревню идем пешком. Там и леса, там и собаки. Куда мне деться? Если столько собак выйдет, куда я пойду с детьми? Просто они загрызут меня. Иногда ходят собаки и леса. Что делаешь в таких случаях? Звоню маме или папе. Как выяснилось, одна лишь дорога проблему жителей села Миндюш не решит, потому что от ближайшего населенного пункта их отделяет еще и река. И чтобы через нее смог проехать автомобиль, то здесь нужно строить еще и новый мост. Десятки писем в адрес главы района. Ответ один – денег на строительство нет. Но есть альтернативная дорога через Кунгер. Но ее состояние даже зимой вызывает сомнения. Сегодня техника только заехала, чистят дорогу. Мы это периодически делаем совместно с колхозами, но их техника часто бывает сломана. Сегодня я попросила пригнать транспорт химии. Сейчас трактор как раз занимается очисткой. В надежде прояснить ситуацию, мы направились к главе района. На месте его не оказалось, а говорить по телефону с нами он не пожелал. По-моему, он на совещании разговаривал тихо. Мы сами позвонили главе, но связь резко обрывалась. Есть ли надежда у жителей этого села на новую дорогу? Вопрос пока открыт. Мы будем следить за развитием темы. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Атнинский район. О своей проблеме жители села Миндюш Атнинского района сообщили нам по телефону. Если у вас есть что нам рассказать, звоните по номеру 570-50-17. Подарок на 65-летие. Старый Казанский аэропорт вошел в список культурного наследия страны. Объект архитектуры советской эпохи. В России таких единицы. Старожилы еще помнят, как та самая первая полоса принимала первые самолеты. А в ресторане были очереди за пирожными. История об истории у Алины Бережной. Вот здесь было одноэтажное здание длинное. Это здание регистрации.
Алматы, Хабаровск, Ленинград, Челябинск. В детстве Виктор Ткач облетел всю Россию. Летал с Казанского аэропорта на соревнования по конькобежному спорту. А это был единственный ресторан, который работал круглосуточно. Обеды для пассажиров по рублю, для пилотов 75 копеек. О жизни старого аэропорта вспоминает бывший пилот Магомед Закарджаев. 19 лет он летал на воздушных судах. До 16 вылетов до обеда и переполненный зал ожидания. Признается, аэропортов видел много, но самый любимый – казанский. Я жил в общежитии неподалеку здесь, и грохот стоял на 4 утра. Очень много рейсов было по республике. У нас только 17 аэропортов местных воздушных линий было. На верхнем снимке изображено здание аэровокзала. 2 апреля 1954 года Казань впервые открыла воздушные ворота. Сюда, на взлетную полосу, приземлился первый самолет. Летел из Хабаровска в Москву. Об этом событии шумели местные газеты. Статьи до сих пор хранятся в Национальной библиотеке. 1964 год. Это встреча Никиты Хрущева. Хрущев, Гречко, Алиев. С воздуха на казанскую землю с деловыми визитами прилетали и первые лица. В 1968 году проходил фестиваль советская-японская молодежи, когда был открыт международный лагерь «Волга». Белоснежные колонны, расписные потолки, настенная живопись, старый казанский аэропорт – символ советской архитектуры. По словам экспертов, таких зданий в стране единицы. Это здание, оно и представляет собой образец формирования аэроархитектуры. Теперь аэроархитектура в списке объектов культурного наследия страны. Всего в нашей республике 1607 таких ценных сооружений. А начинаем мы понимать ценность советского периода. И сейчас не только специалисты российские, но и зарубежные тоже обращают внимание и считают его интересным. Новый статус, а значит новые правила. Теперь на территории старого аэропорта запрещено делать капитальный ремонт, устанавливать торговые точки и павильоны, а крыши и фасад здания нельзя портить всевозможными кондиционерами и вывесками. Алина Бережная, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Сами мы немецкие. На европейские телеканалы вышла картина документалистов из Германии о России, а точнее о городах на Волге. Они этим летом примут игры чемпионата мира по футболу. В съемках фильма принял участие и ТНВ. Лента получила название «Поволжье от Москвы до Казани». Круизы по реке, уборка картофеля, торговля на причале. Авторов фильма, северогерманскую телекомпанию НДР, интересовал весь колорит волжских городов. О немцах в Поволжье Рамиль Шайдулин. Вот так живут коренные татары, вот так о них и для них. Каждый день рассказывают с голубых экранов. Настоящая Россия от Москвы и до Казани показана глазами германских документалистов. На неделе ее увидела вся Европа. Летом участие в съемках приняла наша коллега, ведущая и корреспондент новостей Лейсан Сабирова. Конечно, чувство ответственности присутствовало, потому что я понимала, что фильм будут показывать в Европе и по мне будут судить о татарстанцах. Но больше было, наверное, чувство гордости, потому что я могла рассказать об уникальности, о культурной уникальности нашей республики. Hier wird die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde gegen Südkorea. Казань в преддверии футбольного мундиаля. Готовность стадиона, готовность татарстанцев к мировым матчам. В объектив попало все. Вот летом семья думает, на какой пойти сектор, а вот германские журналисты уже готовят блог о Казань-арене. Непосредственно рекомендовать нашим зрителям, пусть купите себе билет в стадион Казан, но не забудьте, это интересный город, это стоит там остаться 2-3-5 дней. Im Zentrum Kasans sendet in tatarischer. А вот языковых барьеров, как ни странно, не было. Немецкие и татарстанские журналисты провели за работой несколько часов. Оказалось, что практически все у НДР и ТНВ одинаковое. Камеры, темы для общения, подход. Техника, она та же самая. Мы понимали, кому что надо. Я у них спрашивала, они говорили, да-да, кстати, вот лучше, наверное, так будет. 90 минут путешествий по самобытным и современным уголкам городов на Волге. Здесь и рассветы на Древнем Болгаре, и уникальная природа, и архитектурные памятники. И, конечно, люди, волжане, которые так любят свою родину. Рамиль Шайдулин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Наш эфир продолжит программу «Вызов 112». А сейчас о спорте, о погоде. Я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет в 21.30. Всего вам доброго.
Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиятов. Стали известны имена всех финалистов Кубка Гагарина. На Западе сразятся две армейские команды Москвы и Санкт-Петербурга. Акбарс примет Челябинский трактор. Всего в шаге от выхода в решающий раунд остановился Салават Юлаев. Команда из Уфы в седьмом поединке все же уступила на своей площадке трактору. Хотя именно юлаевцы вели в счете по ходу серии. А это значит, наши болельщики не смогут увидеть очередное зеленое дерби. Зато в Казань пожалуют боевые челябинские парни. Есть возможность взять реванш за «Нефтехимик». Матчи стартуют 30 марта и 1 апреля в столице Татарстана. Прямые трансляции не пропустите на наших телеканалах. В августе месяце ставил задачу играть в конференции. Мы эту задачу выполнили. Всем удачи, идем дальше. К новостям футбола. Игроки «Рубина» сыграли за национальную команду. Сборная России провела контрольный матч на арене Санкт-Петербург против сборной Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3-1. В составе сборной России отличился Федор Смолов. У французов дубль на счету Килиан Мбаппе. Еще один гол забил Поль Погба. Защитник Владимир Гранат отыграл весь матч. Его коллега по амплуа Федор Кудряшов сыграл 82 минуты. Напомню, что из-за травмы не смог принять участие в матче Руслан Камболов. В это же время сборная Ирана обыграла Алжир в товарищеском матче в Граце 2-1. Нападающий «Рубина» Сардар Азмун сыграл 60 минут и отметился голом на 11-й минуте. Другим темам. От самых юных до старшеклассников. В Казани проходит этап Кубка России по шахматам. Традиционный мемориал Рашида Нажмеддинова собрал 345 участников из 12 городов и районов республики и 20 регионов России. Этап Кубка страны – это своеобразный старт для юных шахматистов. Пройдя жесткий отбор в Казани, победители получают возможность принимать участие в более серьезных стартах. Младшая возрастная группа на турнире – девочки и мальчики до 9 лет. Далее участников распределили по категориям 11, 13 и 15 лет. Соревнования проходят по швейцарской системе. Турнир завершится завтра. Лучших ждет путевка на первенство России. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте, поговорим о погоде. Предстоящей ночью в республике сильно подморозит. Что может стать причиной гололедицы? Будьте внимательны. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет облачно, но без осадков. Температура воздуха составит минус 4 градуса. На северо-востоке республики днем ожидается ясная погода. Там будет до минус 2 градусов. На севере республики малооблачно, в отдельных районах снег. Температура воздуха составит минус 3 градуса. На северо-западе облачно, ожидается снег и до 3 градусов мороза. На юго-западе республики малооблачно, без осадков и до 2 градусов ниже 0. В центральном районе Татарстана будет ясно и до 3 градусов мороза. В последующие сутки погода существенно не изменится. В Казани будет ясно, без осадков и до 2 градусов мороза. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Во второй половине дня ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.